Ребят, всем привет! Смотрите, сколько свободного места осталось в багажнике. В багажнике Кирилл, который приехал к нам с города Тверь, установлен ящик закрытого типа, ЗЯ, как мы его привыкли называть, на 35 литров. И там установлена 12-дюймовая двенашечка Oris HK12S. Полно свободного места в багажнике. Итак, приступаем к обзору. Крышка стала очень тяжелой, она виброшумоизолирована. Такая белая, замечательная Kia Rio. Стало кратно приятнее звучать. Мы собрали аудиосистему на компонентах Oris. В передние двери мы поставили GB65S, это компонентная акустика. Проверенное временем мы собрали уже не один десяток машин на этой связке. GB65-652S установлены в задние двери на доработанных колечках. Да? Четырехканальник TA 100.4 работает на фронт и на тыл. PDA 800.1 серии ProDrive работает на 12-дюймовый сабвуфер. У нас сегодня одни цветы жизни в боксе. Все ждут, пока их папы закончат работать, хотя время еще 6 час. Ну да, такие вот бывают ситуации, что пацаны просто сидят и ждут, пока мы закончим ваши машины. Ребят, давайте начнем из подкапотного пространства. Здесь мы видим предохранитель в колбе, который защищает силовой провод. 25 квадратов ГОСТ. Юран, ты с кем здороваешься из них? Тимур, чего не здороваешься? А пойдем его на САП посадим. Пойдем, сынок. На какой САП? На сабвуфер. Пойдем. Ну ты что там? Сейчас я вам, ребят, покажу. У нас приехали 18-дюймовые сабвуферы с карбоновыми колпаками. Мне кажется, если мы втроем туда встанем, там ничего не будет. Итак, возвращаемся к флагману корейского автопрома. Да, один из самых популярных автомобилей на российском рынке. Это Kia Rio 4. В этом корейском седанчике штатное головное устройство уже стоит такое современное. Оно менюшка в менюшке, картинка в картинке. Да, видите, как вот на более высоких моделях, как на Церата, на Спортажах, на Соренто. Громкость, кнопки руля, все дела, автомат. Владелец привез вот эти уголки зеркал. Мы из них вытащили вот эту всю шелуху и поставили туда твиттеры из комплекта Oris. В стоковых обшивках ничего не видно, но там стоят медбасы Oris. Дверки у нас виброшумоизолированы. Обшивки проклеены, все как бы очень жестко, все хорошо. Я не показывал вам промежуточный вариант, но я его показывал миллион раз. В задних дверях аналогично. И уже самое интересное у нас начинается в багажнике. Здесь мы видим, как вдоль сидения идет силовой провод, акустический провод, кабели, да, кабель для высокого уровня. И плавно перемещаемся. Здесь стоит два усилителя. Усилитель у нас установлен на задней спинке. Спинка откидывается, да, она откидывается 2:3. И на задней спинке у нас изготовлена фальш-панель. На ней у нас расположились линейный преобразователь KickSHL 4, моноблок для сабвуфера PDA 800.1 и четырехканальник. С помощью коротких межблочников, с помощью дистрибьюторов все это дело подключено, разведено, закреплено с помощью стяжек под саморез. Все очень жестко, надежно. Ребят, бывают случаи, когда вырывают вот эти провода, но мы делаем как бы с запасом прочности, но бывают случаи, что вы вырываете эти моменты, да, то есть, ну, ничего сложного нет, вот сюда подкинуть шестигранник, предохранитель под капотом вылетает, если, ну, небрежно дернуть, да, всякое бывает, то есть, тут как бы бывают такие ситуации, что дистрибьютор установлен вот здесь, в нижнем положении, из-за нехватки места, да, из-за того, что вот эта часть бывает очень сильно смещена, вот, у нас был недавно случай такой. Клиент звонит, вроде что делать, я говорю, ну, дайте в магазин купить предохранитель, он стоит там 100 рублей, перекрутить, и никаких проблем особо нету, да, и когда вы откидываете эту спинку, поаккуратнее смотрите, следите за проводами, да, все-таки это механизм такой, смещающийся, но это лирика. Ребят, и в багажнике у нас установлен сабвуфер, здесь камера заднего вида, штатная, комплектация такая, нехилая. Сейчас я вам обязательно включу, как эта система играет. Просится решетка, но в решетке в связи сейчас с такой экономической ситуацией у нас нету почему-то. Итак, смотрите, у нас получается три цифры, да? Четыре даже. 47-200. Это у нас фальш, вся аудиосистема. Видите, да?
окончательный, но это не точно, это Сергей пишет. 48 тысяч рублей. Это с расходными материалами. Мы закладываем сейчас расходные материалы, в которые включены стяжки под саморез, обычные стяжки, гофра под капот. Они как бы стоят денег, и поэтому мы их закладываем. Просто рука не поднимается, это все дело там на соплях вешать. А для того, чтобы закрепить усилки, нам нужна фальшь. Да, это так у нас шестая позиция, 3000 рублей. Ребят, еще раз повторюсь, фанера очень сильно подорожала, материалы очень сильно подорожали. Цены будем корректировать в большую сторону. Да, мы заложники ситуации, как бы удерживали максимально низкие цены очень долгое время, но вот так. И шумоизоляция 4 дверей и крышки багажника. Это у нас по трешке дверь получается и 2500 крышка багажника. Эту часть мы не стали клеить, как на вчерашнем солярисе. Здесь вот проклеили. Номерной знак у нас в бампере. И все. 48 тысяч рублей с расходниками. И в рамках акции «Бесплатная установка» все эти железки поставили в подарок. Ребят, вы многие спрашиваете, есть ли у нас какие-то привилегии для тех, у кого там свой усилитель, свой сабвуфер. Просто вот хочу пояснить, очень часто, по несколько раз в день спрашивают, а если я привезу свой сабвуфер? Ребят, нас просто уже программа не пропустит. И в рамках акции мы вам не сможем это сделать. То есть это, по сути, получается по прайсу. Мы обычно делаем вашу систему. Там можем сделать какой-то дисконт. Вот. Установка подобной аудиосистемы в такой автомобиль получается примерно 8-10 тысяч рублей. То есть вот скидка на весь комплект, который вы покупаете у нас, получается почти 8 тысяч рублей. Вот мы такой комплект можем отправить вам за свой счет транспортной компании до терминала вашего города. Либо вы можете приехать и поставить у нас его в подарок. Вот, шумоизоляция у нас сегодня тоже приехала. Она у нас оплачивается отдельно. А для того, чтобы музыка хорошо играла, нужна шумка. Это как отче наш. Ребят, Дин, мы что-то ставили, тут что-то не работает. Вот про них я вам говорил, ребят. Про него одного из четырех красавцев. Вот смотрите, кружка просто. Юра, отдельный респект. Смотрите, вот кружка обычная. Что было понимание? Да? Колпак центральный. Смотрите. 4,5 киловатта, 4,5 дюйма катушка. Эти сабы мы будем ставить в Халка. А вот эти 4 саба мы будем ставить в 14. Обязательно не пропустите наши следующие видео. И будет много трэша. Будет много ветра и децибел. Ну а теперь мы возвращаемся плавненько к нашей героине. Ребят,
да, система играет не на улицу, а играет для себя, для любимого, на таких уже проверенных и отличных компонентах Хорис. Идеальное соотношение цена-качество, я вам так скажу. Обратите на них внимание, если будете собирать себе аудиосистему. Нам они очень сильно заходят. Именно вот компонентная, именно не эстрадная акустика. И шумка тоже дорожает, ребят. Шумка тоже очень сильно дорожает. Там что-то на 18% поражало, что-то на 30%. Караул! А что делать? Спасибо вам за просмотр. Двигайтесь с музыкой.